Попытаюсь сейчас снять вверху. Потом здесь тоже. Вот осталось у нас нерешенный вопрос. Это вот он. Раз и два. Вот такая вот. Хорошая, красивая вмятина. Доступ там есть. Вот. Потом надо будет все это имплантировать назад. Вот такой вот грибочек. Как раз пришел в пору, закрыл нашу вмятину. Пробую, что получится. Попробую сейчас потаскать. Немножечко, к сожалению, опять же вот повторю, и работать и снимать иногда не везде получается. В отдельных случаях бывает, что да, усердствовать мы не будем, на первый раз, наверное, хорош. Сейчас отклеим, посмотрим. Ну что же, я доволен тем, что увидел. Вмятина вышла процентов на 70. Прекрасно себя этот грибочек показал. Вот такой вот грибок. С одного раза практически распался с такой вмятиной. Здесь вот была наша вмятина. Теперь ее уже нету. Вот, ну что, надо теперь приступать к сборке. К сборке, полировке. Вот, и в принципе с беспокраской. Осталось еще впереди. Переднее левое крыло. И может быть еще что-то я надефектую. А так, в принципе, по большому счету уже, можно сказать, без покраской, так сказать, все вопросы решены. Мы видим, все, как говорится, нормально. Надо будет заниматься сборкой. Вот. Мобилькой техмед пришлось сделать технологические отверстия для того, чтобы добраться до повреждений. Вот, собирать машинку, там крышу, потом и так далее. Вот, еще осталось, по-моему, там на левом переднем у нас заломчик есть. Но заломчик не от града, а заломчик такой вот хороший. Это кто-то, похоже, либо дверь открывали, либо что-то. Ну, то есть залом там приличный, как бы там... За 5 за 10 минут не сделаешь, поэтому я вынес этот момент как бы в отдельный вид работ. Вот, а сейчас займемся сборочкой. Машинку пора собирать. И потом слегка надо ее подполировать, чтобы она заблестела. Вот мы видим, она машинка явно не гаражного хранения. Такая, ну, подусталая поверхность на ней. Надо немножечко взбодрить, чтобы она повеселела. Собираю машинку. Вот не стал я ставить фонарики. Вот эти задние, плюс вот этот. Передние тоже надо полировать. Вот из предыдущих мы видели тут. Вот такое вот чудо. Чудо-юдо с фарами. Вот, сейчас будем полировать.
Ну, по салону уже салон сам собрался. Включу подсветку. Вот включил подсветочку. Салончик сам собрался. Вот все поставилось. Резинки, резинки. Вот все. Тут это у нас тут то, что лежит. Номера не на куда с туманками ставить, потому что у нас нет бампера. Это все тоже пока что в покраске. Вот бампер передний, задний, накладка. А сейчас собрал салончик вот. Все резиночки, все, все как бы все на места стало. Вот стоечки. Вот вместе. А без шумку. Вот, кстати, видно, что не стало. Но ну, сейчас она станет. Так. Вот и все. Чуть-чуть не достает, потому что чуть-чуть хлопал дверями, все на место станет. Вот, все будет хорошо. Ну и вот, все стало. Эту обивочку я поставил, не мешает. А у нас надо будет ставить фонарь, это омыватель. Он выходит у нас туда. Поэтому эту часть я еще пока не поставил. Здесь тоже вот под резиночку зашел потолочек. Здесь тоже осталось поставить вот два ремешочка сюда. И все. Ну, потом, когда я зад буду собирать, полностью буду собирать эту всю ерунду. А сейчас я... Вот он, омыватель у нас. И то, что под у нас 12 вольт сюда. Вот. А сейчас займусь, наверное, полировкой вот этой красоты тоже. Он бедный, как из одного места его достали. Вот. Ну, это некрасиво и не эстетично. Вот такой фонарик ставить. Сейчас я его немножечко приведу в чувство, чтобы он стал красивым, а не вот таким вот замученным. Вот. И потом также надо будет полирнуть задние фонарики. Вот. И можно фонари. И опять же, вот, чтобы под дверь, мне надо сейчас полирнуть этот фонарь. Вот такие вот дела. Вот, заблестело все. Как новый. Чуть надо будет еще протереть. Но это уже на месте. Вот такой у нас прозрачный, красивый фонарик. Ну что, собираем. Что на них смотреть? Надо ставить на место и собирать дверь. Вот, полирнул я. И крышечку слегка, и фонарик еще на месте. Сейчас берем волшебную тряпку. Смотрим, что у нас получается. Получается вот что. Начинается все блестеться. Во! Вот такой результат. Гораздо лучше. Да? Да. Кому ж не понравится. Вот так вот. Все блестит, как у кота. Глаза. Вот, теперь можно перейти к сборке. Уже непосредственно полностью всей дверки. У нас вот эта часть, можно ее ставить, и как бы с этим все, и переходить к полировке уже задних вот этих фонариков, и потом опять их ставить. Все, продолжаю работу.